Мы выходим каждый раз на прогулку, и от самой двери, разгоняя непогоду и скуку, мы друг другу говорим. Нет, надо чуть-чуть точнее. Мы друг другу говорим. Дикция. Научить вас хорошей дикции. Вот я сейчас скажу. Один раз стоит произнести: Гурбангулы Берды Мухаметов у Танирбергена Бергандарова украл кораллы. И все будет в порядке. Сумеете? Вот дома потренируйтесь. А разгоняя непогоду и скуку, мы друг другу говорим. Да. А с чего-то нам реветь в самом деле? Даже вон Артурка не ревет. Посмотри. И если встретится зареванный день, а скажем, деньги, ну хоть день. И если встретится зареванный день, а скажем, деньги, ну хоть день. Да, поем ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А к соседям прилетела Жанетта из Парижа, не из Тулы, Твери. Чтоб Жанеточка смеялась все лето, по-французски скажем ей не рви. Чтоб Жанеточка смеялась все лето, по-французски скажем ей не рви. Умеете по-французски? Давайте вместе. Чтоб Жанеточка смеялась все лето, по-французски скажем ей. Да, французы. Научили всех от мамы до Паши. Только выйдет, только в дверь отвори. Все ребята и родители наши вместо здрасте говорят, не реви. Все ребята и родители наши вместо здрасте говорят, не реви. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Ну, а если кто-то нас не расслышал или не хочет нас понять, хоть умри, мы готовы прокричать даже с крыши, даже с Марса прокричать. Готовы прокричать даже с крыши, даже с Марса прокричать. Никогда. Спасибо огромное.